Доброе утро. Наконец-то я записываю видео. У нас большие новости для всех. Мы купили дом в Дублине. Дом — это, конечно, громко сказано. Это более в нашем понимании, я не знаю, что избушка-лачушка. Вот, но расскажу вам, какие у нас планы на этот дом. Смотри, у меня тут Бонни идет рядом. Да, про планы вам я расскажу. Сейчас я вам просто покажу, где это находится и какие здесь домики. Это вообще в самом центре Дублина. И у нас очень так сочетание. Старый очень район, плюс очень много нового понастроили. Так что сейчас я переверну телефон и покажу. Вот видите, там на заднем плане высотки. Это все здание Гугла. Вот. А вот здесь вот такие домики. Вот все улицы. Сейчас, подождите, меня Бонни дергает. Вот такие вот домики. А у нас вообще одноэтажные. Мы сейчас дальше идем туда, и там... Паник, вон. Там одноэтажные. И почему мы купили здесь? Потому что у нас вот буквально через дорогу, это та квартира, где мы живем. Мы там снимаем. Район мне очень нравится. И плюс вот из-за того, что здесь у нас... У нас это называется здесь Силиконовая долина Дублина. Потому что все вот эти огромные компании, у них здесь вот именно в этом районе офисы. И вот видите, мы сейчас переходим вот в этой части одноэтажные дома. Они называются Бангало. Наверное, на по-русски. Вот. И вот, кстати, не знаю, сейчас если против солнца видно. Вот здание круглое там сзади. Вот это наша квартира. То есть вы понимаете, да, как близко мы. То есть выбирали в первую очередь, руководствовались местом. Пардон, Бонни, я так не могла. Смотрите, какой я вам сейчас покажу домик здесь. Он прям из всех выделяется. Видите, цветов сколько. Сейчас. Вот. И сейчас мы подходим к нам. А, вот это самый главный хед-офис, как бы, в Дублине. Гугла. Вот это высокое здание. То есть там они уже... И вот второе, за этими домами. А вот эти вот, это новые, они сейчас отстраивали. И, видимо, уже закончили. А вот там вот у нас наша квартира. Опять же, повторяю. Наша квартира съемная. Вот. А вот наш домик. Мы сейчас идем к нашему домику. Блин, я так извиняюсь за то, что у меня такое видео корявое. У меня просто Бонни меня тянет. И тут надо все нюхать. Вот. И вот у нас получается вот такая улочка, видите? Домики все маленькие. Вот. Ну и вот наши хоромы. Вот, can you find Bonnie? Bonnie just sitting there. Я Даниэл говорю, найди Бонни. Она почему-то так странно там села и сидит тихонько. Наверное, пригрелась. Мы тут с Даниэлом занимаемся сборкой мебели из Икеи. Сейчас у нас тут небольшой перекус, а потом опять будем продолжать. Chicken fries. Я заказала chicken fries. Я думала, что там с курицей, а это просто посыпанная куриной приправой картошка.
А еще мы заказали бургеры с курицей. Yeah, that's bad. Oh, that looks good. Let me see yours. Бонни не сводит глаз. Даниэл не хочет, чтобы я снимала, как он ест. Я пока что вам по-быстрому покажу. Мы тут сделали уже небольшой ремонт. Видите, ламинат положили, стены побелили, покрасили. Даниэл меня зовет есть. Здесь у нас сад, и вот у нас вид на такие вот офисы сзади. Сад. И вы понимаете, да? Сад — это в кавычках. Ремонт мы делали вообще самый минимальный, самый бюджетный. Потолки не трогали. Ламинат тоже самый дешевый. Просто полы были совсем сгнившие. I want to record like the process as well, sort of. Даниэл меня спрашивает, ты не хочешь уже записать, когда все будет готово? Я говорю, я хочу процесс тоже записать. В общем, мебель у нас вся новая, все из Икеи, все такое достаточно, ну, примерно самое дешевое. Техника вся новая, очень тоже все самое дешевое, кроме холодильника. Так, тут у нас туалет на кухне. И вот наш, опять же, сад. Вот вы видите, там у нас соседи, и с той стороны, это наш туалет, а там вот с той стороны соседи, и с другой стороны тоже соседи. Они все застроили сад полностью. То есть у них вот это вот все пристройка. И мы хотим делать то же самое, но надо сначала подавать на разрешение, на строительство. Вот, поэтому на данный момент мы делаем этот быстрый бюджетный ремонт, чтобы сдать, чтобы оплачивать ипотеку. И все. Is it good? Yeah. As good as it looks? Do you want to eat? Is it as good as it looks? Yeah. Я тут соединяю несколько видео. Это у нас уже другой день. Даниэл тут вот распаковывает технику на кухне. Я ему сказала, чтобы он порвал эти коробки, чтобы они не, ну, поменьше, да, получилось. Мусорные пакеты поменьше. Так, вот это у нас одна спальня, кровать. Практически собрали. Вот этот рабочий стол бесплатно я нашла по объявлениям. Майкл привез сегодня. А тут сейчас собираем шкаф. Кровать там уже собрана тоже. И ящики тут тоже собраны. Пардон, не ящики, а комод. А кто у нас тут?